ничего я не понял, откуда они снегу здесь нагребли вообще? И по новой делаю, как так? Все сдирал вроде. Неужели так подтаяло все? Ну, смотрите, что делается. Вчера ночью здесь делал. Все соскребал. Пипец. Все скоблил. Но заезд у меня всегда нормальный. Заезд у меня базара нет. И здесь тоже я. Снег шел, конечно, да, я уехал и снегопадик-то шел. Вот это-то откуда снег? Чисто было все. И опять машину надо гонять, блин. И сейчас в одну кучу сгребу. Тут же куча, тут же железо какое-то накидали опять. Ну, продукция. Сделаю что за пару часов. Я думал, впереди вот поддоны стоят. Я думал, их убрали. И там, думал, снег-то. Эй! Нужно мне это, потом уберу. Опять пенсионер ходит, командует, блин. Убери сначала машину спереди. У меня задание площадку сделать, чтобы фуры заходили. Скребу максимально. На дыбы встает погрузчик. Внизу лед. Не дает максимально снимать. Лед, что я чувствую? Сейчас на улице минус 3. У нас, в принципе, такая погода и держится. Ну, днем до 0 доходит, да? Без 10:06 я начал. Надо сюда к обеду приезжать. Понятно, что сейчас фуры не заедут, но зацепа нету. Где-то лед, а где-то и снег такой, он скользкий. Утрамбованный, слизкий. Да везде наметили, везде. Сейчас в одну кучу все сгребу и перевозить так буду. Я же вчера в ночь сюда приехал, я и подумал. Я подумал, смысл-то ночью угорать сейчас, если днем тает. Надо днем приезжать. И весь талый снег, он сдираться будет нормально. Так, ну пенсионера приучил я маленько машины гонять. Он сходил, видимо, распорядился. Убирайте, говорит, ну а молодец, смотри-ка. Он начал свои обязанности выполнять. Дядя Игорь его приучил. Уже я ему сегодня ничего не говорил уже. Он сам. Надо благодарность ему хоть объявить, что ли? Сейчас народ на работу приедет, всех на плацу построим.
на развод утренний. Кто в армии служил, то знает. Утренний развод. Я и сторожу пенсионеру, охраннику. Объявляю благодарность перед строем. Ну как он командует там, он ее за шовом там нашел ее. Женщина. Здесь пекарня, они на машинках приезжают. Он ее выцепил. Давай, говорит, убирай свою. На улицу ее аж вынул. Ну, на улице парковка есть. Так, до 8 утра надо мне это убрать. Вчера я днем толком не поспал. Короче, машинку отдавал в авторемонт. Ну, мне там меняли. Я говорил, проблемка у меня была. Сальник выдавило на коленвале, да? У меня меняли ремни ГРМ. Естественно, генератора ремень, он же и до кондиционера идет, он же гидроусилитель. Ну и что, ну я в тот авторемонт никогда толком не езжу, как бы он такой, не очень-то я его любил, но дело было праздники, да, я его. Так, а что у нас за праздники-то были? Короче, отдал вот этот авторемонт машинку. Там мне сказали, мы запчасти все найдем сами. Ну, китайские машины, так. Все найдем сами. Ладно, дня 3-4 они мне там мозги кочкали, сделали. Мы поставили, говорит, аналоги тебе. Ну, с брендовых машинок, да? Hyundai там, Hyundai-овские. Ну ладно, поставили, так поставили. То есть немножко подороже, но ну, ладно, подороже, так я всегда только за, чтобы было все эффективно. А что, говорю, крышку-то не поставили. Ну, крышка, чехол, который ремни закрывает. Ну, ты, говорит, поглядывай просто, пока поезди, натяжечку проверяй. Ладно, поездила 3 дня, потом приехал, все, говорю, нормально, крышку-то ставьте. Короче, механика не было того ремонтника, слесаря, который мне занимался, все машинка доделал. Другой подошел, что-то с крышкой, ковырялся, болты потерял с нее еще. Там болтики такие. В общем, ладно, говорю, нахрен, ничего не надо. Сам, говорю, потом поставлю. Хрен на нее. А вчера поехал я. Не вчера, а позавчера поехал я на работу. Вечером. Только со двора выезжаю. Но опять же ролики слышу, какой-то ролик. Ну как будто по ролику что-то биение какое-то. Я со двора выезжаю, у меня раз. Рулевая, хоп, туго. Под капотом стук какой-то был. Под капотом стукнуло, что-то брякнуло. Смотрю, у меня аккумулятор загорелся. И рулевое сразу. Хоп, такое тяжелое. Ага, блин. Ремень, я понял, что ремень. Развернулся, ну чё, я 10 метров отъехал машину на парковочку на свою у дома. Капот открываю, да, так и есть. Но опять же, как так думаю, ремень весь излохматило. Блин. Ну давай, ремень снял уже днем. Я на такси на работу уехал. Снимаю ремень, ё-моё. Старый ремень, короче. Он весь в таких трещинках, аж видно. Потом, сверху на ремне должна быть маркировочка.
Ну это на наших вазовских маркировок вроде как бы больно-то и нет, да, не видно. Темные какие-то, если даже есть. А тут сказали же мне, что аналоговые поставили, хендаевские. Короче, накололи, да. Ну, сука, я им 20 тысяч заплатил. За ремонт, за детали. Отвез я к знакомому товарищу. У него своя авторемонтная. Я сразу надо было к нему, но у него работы просто дофига было, и человек уже в работе весь замучился. Привез к нему, он мне посмотрел, все сделал, да, говорит, тебе вот тут с ремнем накололи, говорит, конечно, и ролики, говорит, пара роликов тебе оставили старые. Ну, ролики, ладно, я старые, это старые, но у меня еще задник-то выдавило, но у меня еще срок-то кататься, докататься можно было, что после замены ГРМ я 20 тысяч накатал всего, и сальник выдавило. То есть у меня все живое там было еще. В общем, вот так вот. Перезвонила им в этой конторе. Я говорю, вы мне какой ремень доставили, с какой машины, как, что? А они меня там, да мы что-то и не помним. Я говорю, что, Черри Тига было, помнишь? Недели три назад, говорю, я лично с тобой, говорю, стоял, разговаривал, ты мне объяснял. Да что-то не припоминаю. Ладно, говорит, перезвоню. Не стал, короче. А так, что вот сейчас, что, докажешь, что ли? В WhatsApp срубили просто так. А так, конечно, можно было на аккумуляторе приехать. Морды откнуть и что? Вот так вот. Как так вот, да, делают? Ну зачем так делать? Ну, сильно разбогатеют они, да, на этом. Сильно разбогатеют. Только я вот своим знакомым теперь скажу, что там нехрен делать в этой шарашкиной конторе, в забегаловке. Вот так. Да, парковочки сделать, чтобы машины-то ставили. А там она у меня, в принципе, парковка-то и чистая. Сейчас машины будут приходить. Здорово. Лучше тебя, никого нет. Сейчас. Вчера. Два трактора, блядь, были. Я хуя не могу делать. Я, видишь, вчера ночью я здесь делал, я в ночь приезжал, вот так же делал, но днем тает и получается месиво. И они, блядь, два трактора, полтора, блядь, эти нанимали нахуй. Ну-ну. 1600 в час, да? Ёптвою подарок, блядь, толку никакого нет, да? Такие же, что ли, приезжали? А? Такие же? Нет! А, ну у них тоже хорошо гребут. Да хуй да, блядь. Они не умеют гребут, как ты, блядь. Я говорю, Николаевич, говорю, кроме этого трактора никого есть в мире. Все хуйки делать, я мне подсказывают, я сам так делать. Ну, сейчас смотри, я... Машины-то сейчас будут приезжать, да? Да. Вот туда пускай ставят. Я там сейчас еще почищу. Да. Да, и туда ставят. А там и эти работают тоже. Ну, там место-то же есть, все равно парковка-то. Но я сейчас сегодня долго-то не буду, я здесь приберу, да кучу уберу, ну, там посмотрю. А, давай. Два трактора, говорю, вчера здесь. Экскаваторы-погрузчики приезжали днем. Что-то я и не вижу, что они что-то сделали. Этот где пенсионер, говорит, директору позвонил, говорит, нахрен толку, говорит, от них нету. Знаю, что они тут делали. Мне что говорить-то? Мне на что говорить не надо.
Да, любому трактористу, по-моему, объясни работу, территорию покажи, все. Самое основное, покажи территорию. Где убирать и как убирать. Все, больше ничего не надо. Есть такие, да, вот, киваю, да, да, все понял, да. Потом смотришь, что лепит, что корячится. Есть такие. Пенсионер, я его гоняю, он за меня. Что, я поделаю я на него, что? Значит, такие приезжали водялы приезжали такие, трактористы, машинисты. Я знаю, что эскаватор-погрузчик, он с челюстями, они хорошо сдирают. Я работал в паре с одним. Даже я местами, ну у меня кромка уже тупая была. Он челюстями хорошо мне нагреб. Он гребет, я увожу. То есть он греб даже лучше, чем я сдирал. Челюсть свою раз открыл, и челюстью хрянь, только пошел. У меня тоже сдирает, а что, на дыбы поставь его, так он зацеп только надо. Но я говорю, кромку надо сделать квадратом. Сармайтом обварить, обзалить, квадратом сделать. Как коньки. Эффект коньков. Не как нож затачивают кромку, а квадрат делают. И он сдирает все, блин. А с вас сдирает, нафиг. Зима кончилась, я к этим воротам пробился. Ну здесь продукция была всякая, да. Мусор, не знаю, что. Прошлой ночью, вчера мы тут убрали немножко мусор. И я это, снег, который смог, через забор перекидал. Машины уже приперлись кругом. Время. Так, что время? Час только отработал, чуть больше. 7 часов, 10 минут, 8. С 7 они, видимо, тут все. Да наехали. Да наехали, ставят куда хотят. И не спрашивают даже. Все, что смог, я содрал. Где-то до бетонки получается, но лед. Что сейчас, замерзшее все? Это надо днем все сдирать. Днем более-менее теплее, тает все. Ну, постарался, что смог, то сделал. Буду эту кучу возить. И вчера вон эскаваторы-погрузчики, вон там, что они сразу не увезли? Нагрудили мне, не знаю, куда там, к столбу. Только усложнили, лучше бы вообще не приезжали. Накучковали мне там в угол куда-то, к столбу. Я говорю, сейчас он спрессованный. Прессованный, очень трудно брать. Тем более они ковыряли, не знаю, днем. Днем был снег такой влажный. Сейчас посмотрю. Вот куча около столба. Нагребли они мне сюда. Нахрен они сюда нагребли. Сразу надо было возить. Че? Железо там еще листы накидали. Как только кто-то залезет,
Я говорю, за кем-то я не любитель переделывать. О, сюда уже воткнул машину. Не спрашиваю. Да нахрен, я не буду здесь чистить. Надоело уже просто. Ставят, не спрашивают. Подъедь, да? Подойди, спроси, куда можно поставить? Сторож ходит. Пенсионер уже знает, куда можно ставить. Нет, поставят и все. А потом с недовольными рожами выходят, когда их просят ставить. Че, не прав, что ли? И этот сейчас ждет тоже. Тоже туда же сейчас поедет. О, хули спрашивать, зачем спрашивать? Нахрен, он знает сам. Я оттуда выехал, да, видит, я оттуда выехал. И он туда же прется. Пипец, блин. Парковок наделал сейчас. Все, чисто сзади меня. Ставь не хочу, место до хрена чищено. Нет, едут туда, где не чищено, где погрузчик ездит. Все, похрену, встал, все, нормально. Он увидел, белая стоит машина, и тоже залез. Я же хотел им... Здесь стоялку, парковку хотел прочистить. Это место обычно фура и вилочный погрузчик здесь катается. Ну, видите, блестит, да? Я здесь содрал уже, как раз еду, сдираю. Ну, не берет. Это надо тут ковырять и ковырять. Залезал на кучу похрену. Как горные кошечки прыгают. Я вот в эту кучу пару грибков сделал. Я хочу вчерашнюю кучу попробовать. Как она снижалась, нет. Ну, я говорю, снижалась. И затвердела. Она влажная была. Влажный снег был. Это спасибо мне тут коллеги наковыряли. Не люблю, конечно, когда машины не то что мешают, а где-то надо бывает маневрировать, и машинки мешают. Так. Дед мне сюда показывает. Больше нет уже места мне скидывать. Тут надо, конечно, толкать будут. Сейчас я с крыши сниму. С крыши ползет уже. Погрузчик. И вспоминаю, как я на них работал. На заводах ладно, по цехам ездить нормально. А вот когда я работал уже и на базах, и там, где приходится на улице работать, в морозы, блин,
Только спрыгни с погрузчика. Уже садиться неохота на него. Я говорю, особенно в мороз. Кучу болезней зарабатывать вот таких вот. Склады, улицы. А я работал еще на хлебомакаронной, макаронная фабрика. Там заезжаешь в цеха, в цехах жара, блин, тепло, ты тепло одетый, потный выезжаешь, выйдешь ворота закрывать за собой, когда выезжаешь из цехов. Я на улице говорю, холодно, сиденье у тебя уже отстыло, и на холодное сиденье так постоянно, блин, то насморк, то кашель. А на заводах по цехам, да, там раздето ездишь, все постоянно в тепле, не буксуешь, ничего. Я еще работал, у нас был мотоциклетный завод, ишь планеты, и Жупитер, у нас в городе в Ижевске делали. Я на погрузчике конвейер обслуживал, детали, на конвейер возишь, как бы по конвейеру же он длинный. Надо успевать смотреть там рабочие вдоль конвейера, и у кого какие детали кончаются, надо подготавливать, привезти заготовки, детали, заготовки, всякую стружку вовремя вывести. И вот с утра там я еще книжки успевал читать быстренько, с утра уже знаешь работу, хоп-хоп-хоп, конвейер по проходу проехался, все поставил, расставил, и все. А там постоянно что-нибудь да надо было. Еще успевал ездить там и покраска, и гальваника. Еще успевал. Ну там девушки на погрузчиках работали, на электропогрузчиках. Много очень их работало. Им еще помогал. Как бы работа нравилась мне тогда, только они платили ладом, потом уже времена начались такие. Короче, 90-е годы, блин. Сейчас там на месте завода все в аренде, склады, базы какие-то. Ну, производство какие-то участников, видимо, есть. Можно было, да, переоборудовать производство, ну делать ты тогда другие мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, да много чего. Просто олигархат уже тогда все скупал. Акции подсунули, а потом эти же акции у народа выкупили, и нет завода. Че? Куда было народу деваться, нам жить на что-то надо было. Денег не давали на заводах, нету денег, где-то продукцию давали. И давай уже, ноги разбежались, такие бригады были, все план делали, все
специалисты, все разбежались, разошлись по торговле, по базам, кто куда, кто переучился. Я знаю, у нас девушки многие переучились на троллейбусы, ушли с электрокаров на троллейбусы, на трамвай, кто куда. Кто в торг, кто в морг. А чё они? А чё они сюда нагребли и не вывезли? Экскаватор это? Это ведь экскаваторы погрузчики нагребли вчера? Это мне хуйня занимается нахуй. Я хуйня знаю. Эти занимались специально. Здесь общение возможно было, блядь. Так вот, я утром посмотрел, что делали. Вот красиво, блядь. Что делали, что не делали? Сейчас нормально, блядь. Да. Красиво, ну... И чистить, блядь. Херня, говорит, занимались они тут. Ну чё, приехали, деньги заработали, уехали, чё? Что больше скажешь-то? Видите, вот свежая куча, так свежая она как мука. А слежавшаяся, она уже твердая. Тем более, когда сдираешь влажную. Куда все? А куда тогда? Сюда? А сюда... Не уберется. Нет у меня тут места. Нет, там машину наставили уже. Нет. Я думал, к забору хотя бы. Ну ладно, директор сказал, пока кучу здесь оставлять. Сейчас я ее немножко покомпактнее. Так, вот некуда грести. Вот как стоит неудобно эта Ниссан, а? Вот из-за него я бы сейчас забор уперся, грибанул и все. Что вот мне сейчас делать? Я не знаю, что мне делать. Тропинку завалим тогда. И пускай этот Ниссан разгребает лопатой. Видели, что я тут работаю. Ну а выезд идем, там еще ворота грибанем. Дед, иди сюда. Всегда хорошо делаю. Как бы так, не хвалясь, говорю. Стараюсь делать досконально все и всем советую. Потому что ты приехал, сделал, даже не на свою куда-то базу, где-то что-то, какая разница. И люди же видят уже. А тем более, когда на своих постоянных клиентов работаешь, да разницы нету, свои, не свои. Ты сделал работу четко, тебя уже в следующий раз. 1, 8, 8, 8, 7. И сюда даже поставили машину. Ну, молодцы. Я тоже говорю за куток, когда через эти ворота, когда через эти ворота езжу, ну,
вот эти ворота я через них чищу, тоже для тех, кто недавно меня смотрит. И он туда толкаю. Специально у меня такой закуток тут, снег куда толкать. Смотрю, снег выталкиваю, приехал в ночь. Ничего, делов не знаю. За ворота снег выталкиваю, а здесь все битком. Все битком. Какой-то, говорю, трактор мне тут, тракторист, напихал снега. Хотя тут дорога длинная, широкое место свободного моря. Толкай куда хочешь. Откуда вы взялись? Все, едем до дому, до хаты.